Здравствуйте! В этом видео я покажу вам, как обрезать видеофайл онлайн. Для этого мы заходим на сайт, вот такой онлайн-видеокаттер.com. Вот здесь нам придется включить Adobe Flash Player. Сейчас нас спросит, мы должны будем разрешить его работу. Вот, мы нажимаем «Разрешить». И теперь мы можем выбрать файл. Вот, допустим, берем какое-то из наших старых видео, чтобы на нем продемонстрировать процесс. Сейчас оно загружается, и мы сможем его обрезать. То есть вот, смотрите, видите, есть ползунки. Мы, соответственно, в Excel можем и посмотреть. Вот у нас... И вот до нужного момента, например, отсюда мы хотим обрезать, и с конца хотим обрезать тоже. Все, выбираем. Можно также выбрать формат, качество, там, меньше, больше. Вот еще даже больше форматов есть. И нажимаем «Обрезать». Вот оно генерируется, обрезается. И мы сейчас его сможем скачать уже в обрезанном формате. Вот все, нам дает ссылку, чтобы скачать его уже обрезанным. Также можно сохранить на Google Drive. Вот и все. Ссылка на данный ресурс будет в описании. Если видео было вам полезным, поставьте, пожалуйста, лайк и подписывайтесь на канал. Всего вам хорошего.